В Бразилии, где 5 октября пройдут президентские выборы, все большую популярность набирает Марина Сильва, кандидат от социалистической партии. По данным опросов, в случае второго тура за нее проголосуют почти на 10% больше избирателей, чем за действующего президента Дильму Руссеф, члена левой партии трудящихся. Многие наблюдатели связывают падение популярности Руссеф с экономической ситуацией в стране. Последние два квартала ВВП Бразилии снижался, потеряв с начала года 0,9%. Таким образом, крупнейшая в Латинской Америке экономика вошла в техническую рецессию. Кроме того, президент оказался под огнем критики в связи с громадными тратами на проведение прошедшего здесь чемпионата мира по футболу. Дилма Руссеф занимает президентский пост с 2011 года.